Дорогой Леша, дорогой друг мой, дорогой соавтор, я знаю, что скоро у тебя юбилей, я знаю, что это будет потрясающее событие. Юбилей всегда хорошее, интересное событие. И я тебе как соавтору, как партнеру хочу пожелать самых лучших произведений впереди, самой лучшей жизни, самой интересной. Ты достойный, ты очень глубокий человек, ты настоящий романтик, может быть, даже последний романтик, который так доносит слова любви, который так не щадит свою душу, и наши души в том числе, тех, кто тебя слышит и слушает. Вообще, честно говоря, немножечко я думаю, что вот несправедлива жизнь. Тебя должны слышать все. Понимаешь, по-настоящему народный. Я тебя очень люблю. Ты очень тонкий человек, и дай Бог тебе всего счастья, здоровья, дай Бог, чтобы все вокруг тебя складывалось так, как ты хочешь. Ты этого достоин. Ну, а что касается публики и людей, которые тебя любят, окружают тебя, ну, я не знаю, это, любой артист может позавидовать такой любви, народной любви, которую тебе испытывают твои близкие. Твои близкие, которые с тобой по всем городам страны, понимаешь, те, которые с тобой постоянно рядом на любых концертах. Я аплодирую им тоже стоя, потому что это часть твоей жизни, это продолжение тебя. Спасибо, что ты есть. Обнимаю. В своей новой работе «Помоги мне, Господи» написал сам исполнитель. Тот случай, когда музыка на стихи пришла сразу, говорит артист. И любовь слушателей радио «Шансон» не заставила себя долго ждать. «Шансон-чарт» с распростертыми объятиями принял новую песню любимого артиста Алексея Петрухина. Я с молитвой засыпаю, где бы ни был я, без нее не вижу края. Это боль моя, словно слезы всей планеты катятся с небес. Я шагаю против ветра, поднимая крест. В сердце лед и пламень, что же будет с нами? Помоги мне, Господи, на воде и на суше. Пусть ножами острыми режут мою душу. До чего не просто.
прощаны. Браво! Поздравляем с премией «Шансон года» за песню «Помоги мне, Господи». Алексей Петрухин, ваши аплодисменты! Спасибо. Песня, которая держится уже 9-ю неделю в хит-параде «Шансон года». Все почему? Потому что вы активно голосуете, активно поддерживаете дорогого Алексея. Спасибо. Поклонницы несут цветы, это обнимают Петрухин. И целуют. Ах. Леша, поздравляем. Спасибо огромное. Это мне? Это тебе, Леша. Обожаем. Друзья, вы знаете, я не мог и представить, что я простой парень из Казахстана, из глубинки, из поселка Балкашино, буду стоять на этой сцене и петь для вас свои песни. Друзья, я просто счастлив. Спасибо вам огромное. Спасибо Владимиру Ильичеву за потрясающие стихи. И огромное спасибо всей моей команде, продюсерскому центру Ярослава Сумишевского. И, конечно же, моему директору Александру Чебанову. Спасибо, друзья! Лауреат премии «Шансон года» Алексей Петрухин! Браво!